Здравствуйте! Давайте вместе приготовим фрикадельки. Нам понадобится фарш, яйцо, перец черный молотый, соль, лук. В фарш добавляем яйцо, соль, перец, добавляем лук, все хорошо смешиваем. Получаем такой фарш, из которого формируем фрикадельки. Фрикадельки кладем на доску, покрытую пищевой пленкой, и убираем в морозильник. Наши фрикадельки заморозились, перекладываем их в пакетик и кладем в морозильник. Обязательно приготовьте такие заготовки. Они очень экономят время в будние и рабочие дни. До новых встреч и до новых рецептов!